Маленький Саня, прижимая к груди сумку погибшего почтальона, возвращается на пристань. Но после отца арестовали, и мальчик остается совсем один. Плачущего Саня замечает Иван Павлович Кораблев. Эй, капитан, чего раскис? Молчи, но поделись. Давай скажи, не бойся. Да ты, похоже, не умеешь. Прости, моряк, беги домой. Постой, но слух-то ты имеешь. И все, что слышишь, разумеешь. Мой. А как же ты своих матросов пред бурей сможешь ободрить? Не плачь, моряк, я знаю способ, простой, но очень верный способ научиться говорить. Нужно пару фраз и повторить 100 000 раз. И если только повторишь, наверняка заговоришь. Послушай. Буря мною небо кроет, вихри снежные крутя. Сегодня на слом рушится мир на куски, а вы, принажавшись комок от тоски, маленький мальчик бормочет 4 строки. Бормочи, не стесняйся, ты всех удивишь, если будешь настойчив и смел. Ты уже победил, ты уже говоришь, навсегда позабудь, как предложил мне мяг. Жаль вот только, что правдой своей, малыш, жизнь отцу ты спасти не успел. Где-то в далеком краю ты, может быть, отыщешь тепло и уют. Стой, не забудь злополучную сумку свою. Сыновья оставляет тебя против всех одного, выживай на других, не рассчитывая, у тебя больше нет ни
никого, на других не рассчитывая, у тебя больше нет никого.